Примерно час назад исполнился ровно год, как мне пришел мобильник Xiaomi Redmi Note 5 Pro на 64 гигабайта. Я не помню, кто именно, но кто-то пророчил мне, что спустя год я, можно сказать, выброшу этот телефон, что он будет настолько неактуален, что настолько все, весь прогресс шагнет далеко, что вот это будет уже хламом. Ну, жаль, я не помню, кто это сказал. Увы, предсказание не сбылось. Телефон по-прежнему рабочий, быстрый, более-менее шустрый. Единственное, что 64 гигабайта уже кажется не чем-то большим, а так, что-то среднее, ближе к минимуму. Но в целом я доволен телефоном. Ну что, Xiaomi, сдюхай тебя. Весьма удобный смартфон. Я в целом доволен. Я не отрицаю, что, может быть, я в этом году куплю какой-нибудь новый телефон. Но это, ну, вероятность крайне мала. Скорее всего, еще целый год буду пользоваться этим телефоном. Скорее всего. Вот такие дела.